У тебя есть 2 копейки? Кажется, есть. Телефон работает? Да, да, работает. Алло, алло. Маша? Лена, прекрати. Отстань, я с тобой разговариваю. Простите, у вас есть паспорт? Нет. Вот и молчи. Простите, у вас есть паспорт? А у вас есть? У меня дома. Тогда вы нам не подходите, куда а подходим? Вы подходите. Свидетель. Лена, прекрати, они немножко опаздывают, сейчас придут. Когда придут? Наша очередь уже подходит. Кузькина, а потом мы. Но это не за картошкой очередь, в конце концов. Но распишемся через час. Через час я могу передумать. Или ты передумаешь. Или родителям, да кто им проболтается, они прибегут нас и растащат. Почему я должен передумать? Потому что мужчины вообще не хотят жениться. Но я ведь тебя люблю. Любить – это одно, а жениться – это совсем другое. Простите, у вас Лена, есть ты у меня сейчас схлопочешь. Я не хочу, чтобы наша жизнь начиналась с обмана. Да? А кто это обманывает, ты или я? Чьи это друзья не пришли, твои или мои, ну? Я не обманываю, я пришел. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Кто я? Ты разварная лапша, вот. А ты истеричка. И это ты мне говоришь после всего, что между нами было? Лен, подожди. Прошу оставить меня в покое. Я передумала, и кажется, очень своевременно. Лен, сделайте что-нибудь. Лена! Подожди. У меня нет паспорта, но я его знаю наизусть. MU-386-581. Выданный 22 февраля 1975 года. Разве без паспорта можно? Ну, конечно, можно. Я даже деньги на почте без паспорта получаю. Это же все-таки материальная ответственность. А здесь что? Свидетели. Никакой ответственности. И вообще, я внушаю доверие. Ну, хорошо. А вы? Согласны? Я согласен. Как представитель власти хочу спросить вас, Елена, согласны ли вы взять мужья Леонида? Согласна. А вы, Леонид, согласны взять в жены Елену? Согласен. Прошу расписаться в книге актов гражданского состояния. Пожалуйста. Вот здесь. Свидетели, прошу расписаться вас. Пожалуйста. Вот здесь. Елена и Леонид. Именем Украинской Советской Социалистической Республики объявляю вас мужем и женой. Прошу вас. Пусть ваша супружеская жизнь будет долгой и счастливой.
все шаманы. Дожив до 132 лет, сказала: счастье – это сама жизнь, и не надо искать иного. За вас. Горько! 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 Ой, вы нас все деньги истратили. Ой-ой-ой. Ну ничего, мы на вашу свадьбу тоже придем. Правда, Лень? Не испугаешь. Ну а чего вам бояться? Знаете, что такое супруги? Супруги – это валы. Да-да. Муж и жена – это валы, которые тянут одну повозку жизни. Если один из них ленится, второму становится вдвое тяжелее. Прошу. Ой. А куда мы теперь пойдем? Как куда? Ты к себе, я к себе. Ох, и нифига. А зачем тогда женились? Сиди дома, и я тебе позвоню. Ничего себе. Ну тогда давай, я к тебе. Да ты что? У меня мама сразу сандалии откинет. Нет. Я ей говорю, их надо подготовить. А давай снимем комнату. А платить кто будет? Поедем на БАМ и заработаем. Прямо сию секунду и поедем. А зачем тогда женились? А ты что, жалеешь? Нет, я не жалею. Ну тогда чего же? У кого есть 5 копеек? У меня. Я сейчас приду. Ты куда? Я сейчас. Я с тобой. Ну, я сейчас. Но мне без тебя скучно. Ну что, ты со мной вот пойдешь, да? Я тебя у двери могу подождать. Лучше посиди. На. Теперь за нас. Это же мы их поженили. Так все равно бы они были вместе. Судьба? Ха, судьба. Случай тоже играет роль, правда? Сейчас бы мы поссорились, а потом самолюбие по принципу «лоб не одержи фасон». А потом, глядишь, чего-то не хватает, то да не то. О, с прибытием! Пьем за нас! За вас! Знаешь, я с тобой пойду. Куда? Куда ты, туда и я. А я домой. А я на лавочке подожду. Ты в окно посмотришь, а я сижу там и жду. Я боюсь. Чего? Случай. И я с тобой. На лавочке. Ой, смотрите, кошка. Кот. А как вы узнали? По роже. А я зато знаю, куда он идет. Куда? В наш двор. Почему? А там лужа 6% молоко. Да. Слушай, а мы куда идем? Не знаю, я думала, вы знаете. Ну, пошли со мной. Куда? Ко мне. А что мы там будем делать? Общаться духовно. Нет, если не хочешь, не ходи. Посидишь внизу на лавочке, я поднимусь, возьму деньги и спущусь. Слышите? Что? Стук колес. Это стучит мой поезд. Какой поезд? Который идет не в ту сторону.